Очередной скандал вокруг нового физкультурно-оздоровительного комплекса может разгореться в Кировской области. Тренеры и персонал ФОКа в Советске возмущены качеством постройки спортивного объекта. Напомню, в торжественной обстановке открыли спортзал еще 29 декабря прошлого года. Обошелся ФОК областному и районному бюджетам почти в 76 миллионов рублей. Однако уже весной объект, что называется, поплыл. Это в своем видео демонстрирует местный тренер по баскетболу Михаил Зубков. Подробности в материале без комментариев. Заслуженный тренер России Михаил Зубков в новом спорткомплексе. Так, смотрит. Бассейн. Наверное, здесь решили сделать. Вот смотрите, что происходит. Видите? Из-под линолеума выдавливаем воду. Вот, это все под линолеумом. С улицы попадает вода. Вот она. Вот это называется новые технологии передовые. Вот смотрите, шов. Если вот я сейчас резко рукой проведу, у меня кожи на руках не останется. А если со всего маху здесь упадет ребенок, он весь обдерется. Будет очень серьезная травма. Вот смотри, о, видишь что? На таком полу играть вообще нельзя. Не то, что чемпионов каких-то готовить, а даже перворазрядников не приготовить. Крыша бежала, все по всем швам что капает, говорят. Работники. В общем, освоили деньги, так сказать. Не построили, а освоили.